Ну что ж, на этом заканчиваем небольшой перерыв и продолжаем третий эпизод. Ранее в Disgaea 6. Суперреинкарнация Зеда и компании, что оказались совершенно новым миром. Была эпоха Генроку. Под предлогом туризма король Миздор отправляется в путешествие, чтобы исправить мир. Бугага. Богатство каждый день избавляет от трудностей. Одним за другим появлялись злые отступники, но их злодеяния не остались незамеченными великим Миссендором. Эй, назад, назад, я сказал, негодяи. Разве вы не видите это золотое угощение? Бугага. Это холодная звонкая монета, не так ли? Отдай ее мне. Ты за кого меня принимаешь? Все не должно было закончиться вот так. Сегодня на небе ни одного облачка. Колесо реинкарнации никогда не останавливается. И как следствие, начинается новая история. Господи, что за дичь? Краткий пересказ. Так. Где я нахожусь? Я ничего не вижу. Так, урусей ац да на. Ну и заноза в заднице. Зед? Разве ты не пал в битве с богом разрушения? Подожди, ты что, потащил меня с собой? Неужели это рай? Да, у тебя хватает наглости думать, что тебе удалось оказаться на небесах. Да, я умер. Но я воскрешаю, несмотря ни на что. Вот что такое суперреинкарнация. Суперреинкарнация? Верно. Это мощное заклинание, которое позволяет кому-то прожить свою жизнь заново, пока он не исполнит свое желание. Это система, которая будет искать наилучший путь и воскрешать контрактора, независимо от того, сколько раз он умрет. После того, как кто-то однажды был суперреинкарнирован, он застревает в цикле. Вот почему это запрещено. Я бы ни за что не пытался бы выбраться из этого. Я буду продолжать идти, пока не уничтожу этого бога разрушения. Леон Суч, в каком же мире мы реинкарнируем на этот раз? Подожди, почему я реинкарнирую вместе с тобой? Неужели мы товарищи? Вот оно как, не так ли? Да? Да? Ну посмотрим, в каком мире в этот раз окажемся. О, фак. Реально на небесах. Так, я услышал в оригинале Bad End. Плохая концовка. Почему тут... Ну, ладно.
На пару слов, Зед. Отряды по исследованию Item World теперь доступны для использования. О! Нужно будет создавать отряды. Отряды, исследовательские отряды Item World позволят тебе отправить союзников в Item World. В удобный для тебя момент. Время. Попробуй. Ну да, как бы. Это счастье так и не пришло, или счастья никогда не будет. Плохая концовка. Ну все равно как бы. Можно было бы Дэнди написать. Ты имеешь в виду, что они отправятся в Item World? Чтобы мне не пришлось туда идти? Блин. Это действительно очень удобное. Волк, ну... Так, такого отряда в части, этой части не было. Я уже и не помню, но да, такого... А вроде были отряды, но не чтобы их в Item World отправлять. А мы их отправляли в разные миры вроде. Бугага. Какого черта ты продолжаешь ухмыляться? Ты такой жуткий, черт возьми. Ну, я могу себе представить, как он наслаждается своей первой супер-реинкарнацией. Это действительно вернуло его обратно вместе с... Нет, стоп. Это действительно вернуло его обратно вместе с его героическими товарищами, героями его мечты. Совершенно верно. Пришло время укрепить мою решимость. Я не позволю юному Зеду. Я не позволю чувствам юного Зеда остаться без ответа. Что? Какие чувства? О чем, черт возьми, ты говоришь такое? Никто тебе ни черта не говорил делать, усач. Для начала, я ни секунды не воспринимал тебя как своего товарища. Ты это. Ты мой кошелек. И это все. И тем не менее, именно ты активировал суперреинкарнацию, Зед. Единственное... Единственное, что сопровождает тебя, это... Преисподняя четырех измерений. И тех... кого ты считаешь своими товарищами? Что? Эй, Церберус. Оу, не обманывают ли меня мои уши? Юный Зед принял меня в качестве своего товарища? Я тронут. Иди проверь свой слух. Я же говорил тебе, все, чем ты являешься, это большой бородатый бумажник. Бугага. О, Зед. Не нужно быть таким застенчивым.
Ладно, это все равно, что разговаривать с позолоченной стеной. Цербер, выведи этого парня отсюда. Бородатый бумажник, нужно завести себе такой. Угу. Если в нем будет столько денег, сколько у этого короля. Всегда. Боюсь, я не могу. Видишь ли? Супер реинкарнации. Пути назад нет. Тебе просто придется смириться со мной, Зет. В конце концов. Ты же тот, кто взял меня с собой. Да. Извини, что это так долго заняло. Добро пожаловать в магазин отрядов. Здесь ты можешь распределить своих союзников по отрядам, чтобы получить различные эффекты, спецэффекты, особые эффекты. Те, которые улучшают твои базовые возможности, другие дают тебе преимущество в бою. Всевозможные полезные вещи. Ты можешь создавать свои собственные, единственные в своем роде отряды. Так что займись организацией прямо сейчас. Фух. Я действительно смогла это все сделать. Нуар, да, это такой класс в игре. Если кто-то хочет стать ей, вперед. Так, Farming Ascent, Skill Training, о. Так. Квадрон эффект. Союзники на базовой панели восстанавливаются каждый ход. Нуар, не видел такой класс? Увидишь. Слушайте, ну зря мы удалили текстуру, ребят. Мы бы их отправили сейчас на фарм. Потому что это займет какое-то время. Сейчас даже посмотрим ради интереса. Укрепление отряда. Короче, добро пожаловать в Item World, буду называть его так, чем Worlder. Ваш билет в непредсказуемую страну случайных данжей. Прокачивайте свои предметы, укрепляйте своих персонажей и откройте для себя редкие сокровища. Возможности безграничны. А теперь... Наберитесь храбрости. Путешествие в тысячу этажей начинается с одного шага. Так. Добро пожаловать в мир
Apple. Добро пожаловать в Item World, безграничную галактику случайных данжей и бесконечного гринды. Мечты, приключения и сокровища ждут вас, но будьте осторожны. Опасности подстерегают за каждым углом. Так что убедитесь, что вы готовы. Когда вы будете готовы отправиться в путь, просто выберите пункт, просто выберите предмет, в который вы хотите войти. Войти в предмет, как не звучало. Да, ну по сути нам нужно экипировку обновить и идти туда. Кстати, насчет предметов. Погнали, закупимся новым оружием. Ну, слушайте, атака плюс 600, ну как-то копейки ничего. Это тоже фигня. Так, клеймор. Посмотрим Матфею. Пейте это. Хит спид. Ага. А ты все-таки будешь с копьем. Отпуск с копьем, с топором. Раз уже начали. Да, все-таки топор у тебя сейчас самый лучший. Так, янтарь, зикс. О, Вильда, ну написано же. Вон там. У мага, очевидно, это посох. Так, ну можно броньку еще купить. Так, Матвей, все хорошо. Фуми еще щит поставим. Но ему нет, я его мало буду использовать. Так, а вот Мугерько нужно. Инта. Это на магу. И хилеру. Так, сила атаки. Так, я вижу, что моя сила все еще соблазняет тебя. Тогда подойди. Какую силу, контент, ты хочешь пробудить? Так, давайте возьмем DLC-шки уже. Так. Цвета. Так, и дополнительные цвета для лохар. Так, экипировка. Так, понятно.
Тут небольшие спойлеры, ну ладно. Так, слушайте, а тут у нас 10 тысяч местной валюты, маны. И на сайт. Ну, ребят, предметы, которые дают для... О, коллаборация с Hollow Life по цветам. О, господи. Короче, новые персонажи, ребят. Ух, Адель. Розалин. Девушка Лохар. Асаги. Так, Мао. Разберли. Вальвад. Форс. ГГ четвертой части. Лейнер. Ука. Деско. Кстати, она у нас в чате. Килия. У. ГГ четвертый. Фу, четвертый, пятый. Усалия. Так, дополнительные цвета. Да, ребят. О, господи, эти бусты все-таки активировались сами сразу. Блин. Вы же понимаете, что это нам... Да, дает преимущество быстро качаться, но это ломает нам баланс. Фак. Короче, что делаем? Загружаемся и играем без этих читов официальных. Их никак нельзя выключить. Вот, вот это вроде. А, все. Так, ребят, у вас все хорошо, что-то у меня чат навелся. Программа для чата что-то работает. Сейчас перезагружу. Так, смотрим по персонажам. Букинг. Вот это кто? Пол, пол. Принял винос. Так, ну вот дополнительный цвет для ГГ. Это такой себе. Ну, Талар, кстати, да, вполне можно. Так,
Солярина. DLC-шных персонажей и Мисидор оставим здесь. Ну, потом присоединятся еще остальные. Ну, собственно, вот. Туда мы пойдем за новых, за новыми персонажами. О, господи. Ну, это, я думаю, лучше оставить после завершения сюжета. Все-таки. Это дополнительный контент, лучше его напоследок. Ну, или как минимум в середине игры хотя бы. Решим чуть позже, посмотрим. Это удивительный музыкальный мир. И на этой ноте меня зовут Мелодия, принцесса и героиня этой земли. Так, Мелодия, класс, принцесса. Беззаботная девушка, жаждущая романтики. Которая при любом случае начинает петь. Короче, ребят, все понятно. Музыкальный мир? Какого черта? Разве я не могу реинкарнироваться в какое-нибудь нормальное место для разнообразия? Не жалуйся. Система сочла этот мир необходимой остановкой для того, чтобы исполнить твои желания. Мне трудно в это поверить. Суперреинкарнация постоянно стремится к наилучшему результату. В его суждении нет ошибок. Действительно, действительно. Судьба также свела нас вместе, Зед. Судьба привела нас к усатым денежным мешкам. Да, вот тебе и судьба, что хуже смерти. Боже, ну что может быть прекраснее, чем судьбоносные встречи? Несомненно, наша встреча тоже, должно быть, является судьбой. О, Господи. Которая, без сомнения, повернулась так из-за того, что это означает. Из-за того, что это означает, что ты, должно быть, являешься моим принцем, предназначенным судьбой. Откуда, черт возьми, что, черт возьми, наткнуло тебя на эту мысль? Нет, ребят, я не буду петь, я не могу так красиво, как она. Сперва-наперво, ты. Ты не можешь что-нибудь сделать со своим внешним видом? Похоже, что принц на этот раз довольно невинный.
Может быть, стрела в сердечко нужны? Да черт! Ничего подобного, черт возьми. Я просто, ну, не лажу с девушками. Это правда, девушки обычно ненавидят Зеда из-за того, что он зомби. Его приветствие встречается с оскорблениями. Он пытается вернуть их носовые платки. Они такие кричат, что... О нет, зомби прикоснулись к ним, к нему. Первая любовь Зеда умерла, когда он просто подошел к ней. Вытвор. У него плохой послужной список, когда дело касается представительниц слабого пола. Глубоко в душе, должно быть, он заинтригован тем, что девушка пытается сблизиться. Даже если у нее есть скрытый мотив. Ах ты ж тупая дворняжка. Не надо просто так копаться в моей голове. Боже ты мой, какой жалкий принц. Никто не проявлял к тебе ни капли любви. Но не беспокойся, мой дорогой, если ради меня ты сможешь уничтожить бога разрушения. Тогда мы будем жить долго и счастливо. Сейчас не время для пения. Мы окружены подозрительными личностями. Господин персонаж лучше другого. Зеда и его союзников окружили группа убийц. Да черт возьми с этими панками. А, это просто несколько... Это просто несколько из моих предыдущих принцев. Даже гибель в бою не смогла погасить их любовь ко мне. О, господи. Но я почему-то почти уверен, что это не любовь. О, господи. А теперь принц номер 666. Спаси меня от бога разрушения. Мою честь ты будешь защищать. И веди меня, держась рука об руку, к моему счастливому концу. Ну, ребят, как вам новый персонаж? О, господи. Ужасно. Нам она срочно нужна в пати. Угу. Так, как сделаем? Мугерка пойдет в этой стороне.
Матвей пойдет сюда, а Зет пойдет сюда. Нет, принял, напоследок вытащи. Так, ну их не будем пока что использовать. Она прекрасна. Талар, ты уверен? Ой. Блин, а он живучий. Даже слишком. Ладно, придется тогда все-таки немного по-другому сделать. В центре пойдем чуть позже. Отлично, даже не потребовался. Давай, види роз. Посмотрим, куда его бросать его потом. Ух, ничего себе! Блин, ну их, конечно, радиус еще жесткий. И живучие они. 80-й. Эй, блин, Лунар слишком поздно увидел. Ладно.
Пора создавать, ну, несколько новых персонажей. Матфей, да, хватает. Нас там уже набралось неплохо. Давай, есть. Ну, нам создать еще пока что временных еще одного воина. Нужно сделать и мага другого элемента. Льда того же. Ой, стоп. Ну, ладно. Отлично, красава. Нас там еще траванули. И как бы сейчас или хил, или отравление снять. Лучше хил для Матвея, а то я боюсь, мы его потеряем. Давайте Месидора еще вытащим. Так, ну что нам осталось? Ну все, только эти. Так, и все. Да, вышел король и разрулил ситуацию. Деньгами? Вот вам и сила денег. Контр, да.
Ну да. Я вот не помню, такое раньше было. Нет. Солар, ну, кстати, это хорошая мысль. Покачай персонаж, чтобы не наносил контрудар. Прощайте, принцы прошлого. Я отправляюсь навстречу своему счастливому концу с моим новым принцем. Какая холодная принцесса. Она определенно не кажется мне героиней. Боже мой. Ну, знаешь, вообще-то я была бы рада счастливому концу с моим самым первым принцем. Но он и все остальные в конечном итоге погибли. Ну, что девушке делать с кем-то подобным? Тем не менее, я не совсем уверен, что принцесса которая может вот так прыгать от одного принца к другому, является... А что это с тобой? Я здесь не злодейка. Это вина бога разрушения, очевидно. Весь мир превратился в руины с тех пор, как здесь появился этот принц-убийца. Ой, мой дорогой принц Зет, не мог бы ты, пожалуйста, победить бога разрушения и жениться на мне, устроив сказочную свадьбу? Жениться? Разве я не имею права голоса в этом? А что тут? Для принца и принцессы вполне нормально влюбиться с первого взгляда и сразу же пожениться. А кто, черт возьми, вообще захочет жениться на такой эгоистичной цыпочке, как ты? Ты говоришь, но разве ты на самом деле немного не... возбудился в глубине души? Заткнись. Черт, тебя дери, ты тупая дворняжка.
Я собираюсь уничтожить бога разрушения, все остальное не имеет значения. Сопротивление бесполезно. Ты это знаешь. Ты можешь бросать вызов судьбе. Ты не можешь бросать вызов судьбе. Следовательно, мы двое. Нам суждено назначить дату свадьбы. Так, мелодия. Силой присоединилась к вашей группе. Прекрасно. Эй, никто не говорил, что ты можешь присоединиться к нам, черт дери. Просто сдайся, Зет. Это тоже часть пути, который для тебя проложила суперреинкарнация. На пару слов, Зет. Использовал ли ты карму, полученная в результате суперреинкарнации? С ее помощью ты можешь улучшить характеристики и разблокировать потенциал, чтобы усилить возрождение персонажа. Есть два способа увеличить прирост кармы. Первый. Реинкарнировать на более высоком уровне, точнее совершить реинкарнацию на более высоком уровне. Выбрать лучший тип возможностей. Примечание. Максимальная карма, которую ты можешь иметь за один раз, может увеличиться по мере прогрессии во вкладке Ди-заслуги в меню статусов. Только пополни, используя суперреинкарнацию, ты сможешь победить сильнейшего бога разрушения. Запомни это. Больше ни слова. Я позабочусь о том, чтобы эти кулаки были последними, кто когда-либо видел бог разрушения. О, я хочу больше цветов. Отлично. Ну слушайте, у нас миллион сейчас бабла. Благодаря, так сказать, DLC. Которые легальные читы, по сути. Присоединяйтесь к нашей песне. Внизу. Или сверху. О, Зет. Стоп, нет. О короткой, но сладкой любви Зеда и мелодии. О, господи. Это что такое? Она просто внезапно начала петь. Она больна. Просто оставь ее в покое. Может быть, это смертельно. Принц Зет и я, взявшиеся за руки, прогоняем бога разрушения с этих земель. О, неужели это возможно? Это должно быть правдой. Ибо в этом сила моей любви к тебе. Я не напрашивался на участие в твоем бредовом мюзикле.
Выпиши меня, черт возьми. Вперед. Вперед, пока... Пока мы путешествуем по земле, сражаются ли принц Зет и мистер Усач за мою руку? Прекратите вы двое. Разве вы не лучшие друзья? Прекратите эту дурацкую драку и просто загладьте свою вину. Это ты заставляешь нас драться вообще-то, в первую очередь. Высоко на вершине, на старом маленьком утесе, как только начинается дуэль, принц Зет побеждает мгновение ока. Я в этом не сомневаюсь, но разве я не мог бы хотя бы дать отпор? Бог разрушения побежден. Принц Зет и я живем долго, долгой и счастливой жизнью, полной уюта и роскоши. Роскоши. И все благодаря нашей... И все благодаря нашим покровителям любви. Баблу мистера Усача. О, господи. Вот вам запоминающийся персонаж. Она пытается это скрыть с помощью высоких нот, но у меня действительно... Блин, как это на русском будет? Адаптация нужна. Короткий конец палки, вседословно. А, вытащил короткую соломинку. Спасибо. Спасибо тебе. И? Что ты думаешь о моем... исполнении нашего счастливого конца, принц Зет? Ты бы не смогла бы сделать все более трагично, даже если бы попыталась. Боже ты мой. Ну и персонаж. Так, Матфей, тебе пора бухать. А, стоп, мне больше не хватает экспы этой. Блин, она общая все-таки, понятно. Лучника нет, еще увижу. Кокуа квесту я да. Алар. Нет, походу. Нужна и эта экспа. Так. Ну, почти. Мата танун газо.
прощай. Как бы у нас тратятся и деньги, и вот это экспо дополнительно. Ну да. Ее нужно фармить. Резист экстракта. Нельзя так просто взять и прокачать. Привет, Мари, привет всем. Ну, Салара, вот это ХЗ. Посмотрим. Так, вы можете получать опыт для повышения уровня персонажей. А вы можете использовать... Можете использовать опыт для повышения уровня персонажей, классовых навыков и мастерство владения оружием. Окей. Так, и существует три основных способа хранения экспы. Бонус за пройденный уровень. Избыточный прирост опыта. Ага. Или перенос суперреинкарнации. Так, ну это я уже понял. Остальное не надо. Ну вот. Анкоку-гикай-ни-йоу-джи-кана? Ну что, используем суперреинкарнацию? А, был третий. Я думал, он автоматически взялся, который нужен. Еще контратака. Цвета можно открыть тоже побольше при желании. Начать голосование, посмотрим. Отлично. Язе. Нянзо, не знаю, когда она появится. Отлично. Так,
рандомное имя, да. И у нас там есть еще моменты. Минус один. Так, ну короче, ветер и лед. Буду создавать ледяного. Кто хочет быть ледяным магом? Ребят, поднимите руки. Кто там в мага метит? Потому что мне нужны все три мага. Поэтому буду создавать троих. И кто ветра хочет стать? Поднимите руки. Кто на ветер, кто на лед. Мари, ну да, а Horizon еще не пройден. Ну, Нязу сейчас посмотрю, если на Good Game никого нет. Ребят, кто-нибудь? Неужели все так плохо? С магами в чате. Так, ну ладно. Концентрат, ага. Ломай тебя полностью. Тогда сделаю тебя магом ветра. А Нянзу сделаю магом льда. Как бы у нас правило, чтобы быть на Good Game, но так как нету никого, кто метит. Встреча. Так. Ну, нуар, да, я сразу дух. Хочу взять. Как бы обоих магов. Так, стоп, луну. Концентрат, тогда ты будешь льдом. Ну, Нязу тогда, прости, но таковы все-таки правила сначала поставил. Приоритет людям с Good Game, с премиум. Так, концентрат у нас будет. Так, концентрат. Нам нужно переделать твое имя на женское. Как бы переделать твое имя? Нуары. А хотя нуары не надо переделывать. Идет и так. Так, концентре. Во, нашел. О, замечательно, все. В центре
Точнее, концентрат. Какой... какую личность хочешь? Пустоголовая, пустоголовая, наивная и грубая. Наивная, окей. Так, а цвет? Ну, возьму этот. Черный пойдет у нас под ветры. Как раз под имя Нуар подходит. Прекрасное имя на рандоме. Так. Ну все, Нуар. Так, Нуар, ну, тебе какой характер? Грубая, наивная или ветреная? Наивная и ветреная у нас уже есть. Так что, да, идея тебе пойдет последней. Хотя ладно, насчет личности выбирайте сами, как хотите. Окей, ветреная. Ну все, пока хватит. Так. Так как кнопка отвечает за группу. Нярука, в смысле твой цвет. У тебя как бы найти, ну, первый изначальный. Вилден, ну, мы сейчас займемся этим. Пошли чуть-чуть пофармим, действительно. Ну, Солар как бы... Для магов три цвета, вот как раз видели. Я их открыл. Других там вроде нету. Welcome! А, фу ты, блин, стоп, у меня рука, это же не красный маг. Ну да, вот есть. Экстра 1 и экстра 2. Хочешь сменить? Так. Как ты видишь, Сократ нету, Солар, нету тут возможности у Сократа, у мага, найти другие открыть.
Как бы мы уже открыли все цвета, что доступно на данный момент. Не, рука. Второй в смысле дополнительный, второй вот этот. Окей. Ну, Салар, да, скорее всего, потом откроется. Как бы на данный момент их нету. К сожалению. Так, и знаете, какой предмет мы прокачаем? Надо его снять с персонажа. Вот этот. Ну, Мари, Astral Chain, ну, топчик. Это вторая игра, из которой хотел Switch в свое время. После Fire Emblem. А вот Immortal Phoenix Rising, ну это такое себе, плюс... да. Это попытка Ubisoft сделать свою Зельду. Ну, на любителя. Мне не зашло. Так, похоже, у вас нет никаких Mr. Grancy Exits. Я дам вам 3 штуки. Используйте их, чтобы сбежать, если ситуация станет действительно опасной. Хорошо? Сократ, нет, не реинкарнирован. Ладно. Хватит готовиться. Время отправляться в безграничную галактику бесконечного гринды. Ну, Степан. Кого захватываем? Кого откроем первым и будем создавать в чате? Фу, в чате, в игре, из чата. Как пойдет. Так, добро пожаловать в Item World. Это место, куда стоит зайти, если вы хотите улучшить свои предметы. Уровень ваших предметов будет повышаться с каждым пройденным вами этажем. Чем больше прогресса вы добиваетесь в Item World, тем сильнее становится ваши предметы. Давайте начнем. Вперед, ребят, на безграничный фар. О, это редкое зрелище. Это таинственные врата. Они появляются только здесь. Только здесь и там внутри Item World. Вы можете войти в таинственную комнату, если пройдете через врата. Ну, обитатели этой комнаты — это кучка настоящих чудаков. Иногда вам может повезти, если поговорите с ними. Но некоторые из них просто нападут на вас без всякой причины, так что будьте осторожны. Ух, сундуки. Какого не уровня? Фигня. Да, поскольку мне нужно качать магов, делаем по-другому. Да. Нужно впритык подойти. Серьезно? Ни туда, ни сюда. Ладно. Хотя они и так получат уровень. Стоп. Это не обязательно. Ладно, пусть сидят там. Так. Какая нярука красивая. Ага, мне тоже нравится этот цвет.
Вот кого нужно качать. Но он неплохо задамажит. Талар, точно. Нуар, вперед! Я нашел для тебя работу. Или не нашел. Опа. Может, просто обычной атакой. Оп, нельзя их разбивать. Привет, на руками. Давайте атаки, мелодии посмотрим. Сначала посмотрю, какой там радиус у нее. Она льдом еще бьет. Радиус понятно. Три клетки задевает. И не убьет? О, фак. Это не очень хорошо. Молодец, Салар. Салар, блин. О, тут панцушоты. Пойдем на платье. О, господи. Так, ну все. Блин, нет. Я аккурат так хотел зайти. Ладно. Я все равно попаду туда. Эй, что ты хочешь сделать? Эй, ничего. Нашел меня. Вот, я продаю тут кое-что хорошее. Вот, я продам тебе кое-что хорошее в качестве награды. Покажу тебе это только один раз. Так что выбирай осторожно. Сколько нулей? Вы чё, охренели? Да, ребят, короче. DLC-шные деньги, это можно считать нечитами, учитывая тут. Как бы это предмет, чтобы покинуть Item World. Они 4 ляма стоят, жизнь. Тут на 5 этажей сразу. Да. Инфляция, скорее всего.
Я пойду лучше отсюда, хорошо? Так, слушайте, тут мы с геополями можем поиграть. Ну, нет, правда, особо тут не поиграешь. Да. Защита минус 50 на всех, это распространяется. Такая себе награда. Все-таки я уберу это дело отсюда. Далеко. Ну, Нуар, ты никому ничего не ломал, так просто спотал. Как бы эту не хочу уничтожать. Плюс 50% к баблу. Хотя нам тут пару копеек дают. Thank you.
Молодец, Салар. Пристрелил зомби. Фу, нежить. Вперед, концентрат. Хорошо, куда не побросаешь. Господи. Кстати, меня тут спрашивали насчет автобоя, как работает. Давайте посмотрим. Ну слушайте, ну здесь где битва ни о чем, а с тобой работаем. Да, вот сундуки они пропускают, к сожалению. Ну да, вот как раз для фарма собой это лично будет. Только сундуки нужно будет собирать. Ну руками, да? Хорошо, на 10. Конец сломали. Да, вот этих врагов особых они бьют, как попало. Они находят слабость. Но для фарма, слушай, да, хорошая вещь. Это то, что было. Да, в этом проблема, что DLC перса еще выходит. Их нужно как-то убрать полностью. Так, ладно, слушайте, на этом мы тут закончим.
это уже время. Лунар, ну вот так лучше всего. Хорошо, что ты пришел. Это исследовательский отряд Item World. Отсюда ты можешь отправлять отряд персонажей и исследовать Item World. Сделав так, ты сможешь улучшить предмет, найти редкости и повысить уровень твоих персонажей. Кого мы отправим? Во-первых, Нуар с концентратом. Ну и DLC персонажей можно. Стоп. Ну, ладно. Да пусть все сделает. Блин, а тут довольно много можно отправить. 10 штук. Жесть. Матвей, ну да, делся с ютуберами. Ну все, пусть они там фармят. Мне вот интересно, если выключить игру и включить потом, будет прогресс? Или обязательно нужно быть в игре? Ну, учитывая, что мы заканчиваем, ладно. Если вдруг учитывается, давайте отправим еще нескольких наших уже, потом, если что, вернем домой. Мы сейчас будем качать что-то рандомное. Ну, вот это, например. Сати, и кто сюрга? Столар, об этом где-то говорили? Я не заметил. А нет, слушайте, все, я не могу создать другие, все-таки ограничения 3. Ну ладно. Ну, в пятой части так было, ну там да. Ладно, пусть будет. Проверим заодно. Так, ладно. Тогда здесь на сегодня остановимся и продолжение следует.